И снова здрасте. Мы продолжаем изучать мод GTA Underground. Сегодня у нас Liberty City, второй остров под названием Staunton. Покупки нам доступна квартира Тони Сиприани из GTA Liberty City Stories с работающим гаражом. Если вы не узнали локацию, то это место, где нам давал миссии Кенджи. А здесь мы брали миссии у Дональда Лава. Thank you.
центре города есть оружейка, в которой оружие продает сам Фил Кассиди, которого, кстати, можно вальнуть, что полностью ломает сюжет. Вот такое видео получилось. Остался последний остров. Это мы посмотрим в следующем выпуске. А потом отправимся в Булвард. Мне уже не терпится, блин! Напоминаю о канале Fanboy Pro. Я вас уверяю, не пожалеете. Пока!